Саратовским авиалиниям могут запретить полеты. Приволжское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации провело проверку деятельности компании. Ревизия проходила в связи с подготовкой аэропорта Саратова к приему самолетов Аэрофлота. Проверяющие оказались неудовлетворены работой саратовских авиалиний и направили в федеральное ведомство запрос о возможности отозвать сертификат у компании, поскольку осуществление воздушных перевозок происходит небезопасно. В обращении Приволжского управления сказано, что работа саратовских авиалиний не удовлетворяет федеральным требованиям перевозок. В связи с выявленными нарушениями проверяющие предлагают на 3 месяца запретить компании полеты.